02.22 года. Находимся на ДСД в сторону Москвы, едем из Санкт-Петербурга. Смотрите, что тут на центре зарядки электроавтомобилей на табло. Почитайте. Почитайте внимательно, что здесь написано. Это в России. Слава Украине, героям слава, Путин хуйло. Видите, что тут написано? Это на государственной ЗСД. Как такое может быть, скажите? Вот, читайте внимательно. Это в России, на трассе Санкт-Петербург-Москва. А что там, смерть? Что? Да, вот смотри, слава Украине, героям слава, смерть. Путин хуй, смерть. Вы что-то там... Вот, смотрите, стоим на заправке. Ой, вернее, на центре... Вот стоят машины. Сейчас покажу, на каком находимся мы на точке по навигатору.